В микрорайоне «Московский праздник» здесь появился второй детский сад. Оба дошкольных учреждения возведены на средства инвестора. 28 августа состоялась церемония передачи здания от застройщика городским властям. Пока в новом детском саду, который получил название «Жар-птица», не звучит детский смех. Однако это произойдет очень скоро. Уже не только проведены отделочные работы, но и закуплена мебель. Приобретены постельные принадлежности и даже игрушки. Инвестор вложил в строительство 120 миллионов рублей. Этот садик один из самых лучших у нас в области. Конечно, вот первый садик, который ДСК Ивановский строили вот здесь на территории квартала Московский, тоже замечательный. У него есть свои преимущества даже перед этим новым садом. Но здесь очень светлые помещения и большие коридоры, высокие потолки. Это действительно вот такой храм детства. Новый детский сад рассчитан на 160 ребят. Микрорайон «Московский» стремительно развивается, и в этом учреждении места не будут пустовать. Для малышей в детском саду созданы все условия. Есть музыкальные, спортивные залы. Пищеблок оснащен самым современным оборудованием. Проектную документацию инвестор также подарил властям. По этим чертежам, но с небольшими изменениями, планируется возвести детский сад на улице Рабочей в областном центре. Это типовой красивый проект. Мы оценили его эффективность, его удобство для детей и, соответственно, всем современным стандартам. Поэтому мы благодарим наших инвесторов о том, что они совершенно бесплатно передали эту проектно-сметную документацию. И на улице Рабочей будет построен такой же современный, красивый трехэтажный детский сад. Подобную практику строительства детских садов за счет инвесторов в регионе планируется продолжить. В настоящее время возводят дошкольные учреждения в микрорайоне Новая Ильинка. На очереди жилой микрорайон Рождественский. Застройщик готов построить еще одно дошкольное учреждение. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.